Та чи зможу я відкрити свій бізнес в Україні і бути успішною? Відкрити зможете, але успіх – це досить таке розтягнуте, напевно, поняття. Тому що у одних людей успіх – це там, $100 в день зарабатувати, для інших сотні тисяч доларів – це безуспішна потеря. Если рассматривать вас, то да, у вас идет возможность, да, у вас будет получаться. Единственное, что вам мешает, это очень сильные такие внутренние амбиции. Я. Почему не стоит цепляться за эти амбиции? Дело в том, что вы тот человек, который очень разочаровывается. Очень мечтаете, очень разочаровываетесь. Вот этими мечтами вы тормозите исполнение мечтаний. А вашими там, рассказами об этом всем вы блокируете в дальнейшем, чтобы это происходило. Также, когда вы начнете делать, у вас планы будут высокие, большие. А когда начнете делать, то сразу не будет ничего получаться, будет как-то так вяло идти, и это вас будет как бы руки опускать. Если человек хочет заработать 1 миллион долларов, он должен знать, что каждый день 8 часов он должен 100% работать от начала и до конца 8 часов на себя.